Международные спортивные игры «Дети Азии» являются сегодня уникальным событием международного значения. Игры приобрели фундаментальное значение, символизируя мир, дружбу, целеустремленность, силу духа и воли. За все время проведения игр «Дети Азии» в них приняли участие более 10 тысяч юных спортсменов, из которых более 100 человек приняли участие в Олимпийских играх. Это трамплин высоких достижений, старт в мир большого спорта. Основатель игр «Дети Азии», первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Значимым приоритетом государственной политики первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева было здоровье якутян, фундамент духовно-нравственного, физического, интеллектуального развития. Первый его указ был именно о первоочередных мерах по совершенствованию здравоохранения Республики Саха-Якутия от 13 января 1992 года. Михаил Ефимович Николаев первым в стране провозгласил доктрину здорового образа жизни. 19 сентября 1995 года Михаил Николаев подписывает указ о проведении международных спортивных игр «Дети Азии» в целях дальнейшего совершенствования и развития детского спорта в Республике Саха-Якутия, оздоровления детей и подростков, укрепления международных связей республики и в связи со столетием современных Олимпийских игр. Игры всколыхнули мировое сообщество, а самое главное, стали отправной точкой для прорывного развития самой Якутии, изменения сознания народа, незыблемой веры в успех общего дела. Игры, на мой взгляд, надо более широко, не как только спортивные игры. Так? Что нам дали эти игры? Ну, во-первых, якутский народ осознал себя, силу, что может провести такие крупные международные мероприятия. Он осознал, что он не одинок в мире. Он хочет жить в дружбе с народами. В эти годы у нас, смотрите, 20 лет тому назад у нас и переводчиков-то не было. Так ведь? А сегодня практически факультет иностранных языков в университете преобразован в институт иностранных языков. И сегодня мы изучаем, наши студенты изучают практически все азиатские языки. Не только английские, но все азиатские. Это громадный толчок общения людей. Второе, вот смотрите, образ жизни, культура наша. Даже возьмите эсэхи под толчком игр, смотрите, с каждым годом. Так красиво содержание раскрывается. Смотрите, какая культура одежды национальная, возрождение идет. Возьмите питание. Мы сегодня освоили многие азиатские кухни. У нас раньше международных классов и тренеров-то не было. Судейство-то не было международное. А сегодня уже выросли люди, которые международные соревнования могут судить. Так? У нас тренеры международного класса. Вот почему наши ребята уже довольно многочисленная команда уже появляется, участие Олимпийских игр и так далее. То есть, а город как преобразовался? Так ведь? Мы же все помним 20 лет тому назад, как было. А сегодня каким становится? Вот с этой точки зрения надо посмотреть роль и место игр «Дети Азии». В республике началось интенсивное строительство крупных объектов, отвечающих самым современным мировым стандартам. Было построено множество социальных, культурных, образовательных, туристических и жилых объектов. Отремонтировано и построено сотни тысяч километров дорог. Началось качественное развитие туристического сектора, гостиничного, ресторанного дела, сферы обслуживания.
Родилось большое движение волонтерства, началось массовое изучение иностранных языков, получило новое дыхание национальная кухня. Все это, и не только, стало фундаментом для всех сфер социально-экономического развития республики, образования множества учреждений образования, науки, подготовки кадров, новых направлений в бизнесе, предпринимательстве. Мы провели первые международные спортивные игры «Дети Азии» в высоком уровне. Тогда у нас сильного опыта не было. Потом я узнала, что есть специальное положение. Это называется Олимпийская хартия. Я специально заказал эту хартию, изучил. И как раз мы занимались атрибутикой вторых международных спортивных игр «Дети Азии». Мы вели эстафеты огня, официальные флаги игр, специально заказаны медали согласованы Олимпийским комитетом. И Олимпийским комитетом России. А также нужны были объекты, которые должны отвечать международному уровню. Поэтому Михаил Евгеньевич задачу поставил, чтобы построить специально Олимпийские деревни. Это потом передалось на ЕГУ. Дальше жили вот наши студенты, а мы называли его Олимпийской деревней. Поэтому мы решили размещение участников. Как вы знаете, международные игры «Дети Азии» дают большую надежду для юных спортсменов и являются ступеньками для спортивных достижений в большом спорте. И я очень надеюсь, что наши ребята благодаря этим играм войдут в историю спорта Республики Саха-Якутия. Многие участники этих игр уже являются чемпионами Олимпийских игр, призерами Олимпийских игр, чемпионами, призерами чемпионатов мира и своих континентов. Я как участник этих игр очень горжусь, что международные игры «Дети Азии» основали у нас в Республике Саха-Якутия и сейчас является одним из самых больших и лучших мероприятий в Тихоокеанском регионах страны и мира. Ну, я являюсь участником первых международных спортивных игр «Дети Азии», которые прошли в 96 году. Ну, что лично для меня дали эти игры? Ну, во-первых, это был мой первый международный опыт, где я встретился с ребятами из других стран. Ну и в будущем дал это как такой толчок, наверное, трамплин для, как говорится, развития мне как для спортсмена. Соответственно, я уже в другие разы, когда встречался с спортсменами из других стран, то уже какого-то такого мандража не было, но я как-то более-менее спокойно участвовал. Ну, как говорится, первый мой международный опыт дал мне как такой старт, наверное, да, для выступления в дальнейшем на международных спортивных играх. А если в целом игры брать, то это очень большой проект. Я вот до сих пор поражаюсь, на сколько был дальновиден Михаил Ефимович тогда еще в 96 году, когда он проводил первые игры. Ну, что эти игры наберут такой большой оборот. Ну, допустим, если первые игры брать, то там было всего порядка 8 стран и где-то 250 участников. То уже на шестых играх, которые проходили также в Якутии, уже принимало участие 35 зарубежных стран, 8 команд и 2841 спортсмен, насколько я помню. Да, ну и насколько вот это... Эти 6 игр дали толчок и развитие не только спортивной, но, как говорится, составляющей инфраструктуры, а вообще развитие республики. Сегодня игры проводятся каждые 4 года совместно с Олимпийским комитетом России, Росспортом, Министерством иностранных дел, Министерством образования и науки Российской Федерации. Игры получили патронат Международного олимпийского комитета и президента России Владимира Путина. Соревнования охватывают весь азиатский континент и некоторые страны Европы. Международный комитет «Дети Азии» был учрежден в 2012 году. Учредителями этой организации выступили Олимпийский совет Азии, Республика Саха-Якутия и Олимпийский комитет России. Главная задача комитета, цели, которые он преследует, это развитие международных спортивных игр «Дети Азии», координация проведения их именно в тех традициях,
которых они были зарождены и преследуют цели для того, чтобы проект «Дети Азии» он развивался, были те же ценности, которые преследовали ее основатель, первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. В 2024 году, спустя 8 лет, международные спортивные игры «Дети Азии» вновь вернутся домой в город Якутск. Колыбель игр «Дети Азии» начал большую работу, чтобы игры стали лучшими и прошли на самом высоком организационном уровне. Дорогие друзья, международные спортивные игры «Дети Азии» – это настоящий подарок Якутии мировому спортивному движению. Мы искренне гордимся тем, что основанные по инициативе первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева игры сегодня являются крупнейшими детскими комплексными соревнованиями всей Азии. Мы с большим волнением подали заявку о проведении 8-х игр «Дети Азии» в Республике Саха-Якутия. Очень рады, что этот замечательный праздник детского спорта снова состоится на исторической родине. В 2024 году столица республики, город Якутск, вновь примет сильнейших юных спортсменов многих стран мира и регионов России. Ожидается участие порядка 3000 юных спортсменов. В летних играх впервые может принять участие команда Беларуси. По инициативе республики, наряду с 17 обязательными видами, в программу игр включены новые. Это игра го, кикбоксинг, стендовая стрельба, танцевальный спорт. Традиционно игры «Дети Азии» будут способствовать популяризации якутских национальных видов спорта, борьбы хапсагай, масс-рестлинга, якутских прыжков. На правах хозяйки игр Якутия выступит двумя сборными командами. Уверен, уровень соревнований по всем видам спорта будет очень высокий, ведь «Дети Азии» для многих юных спортсменов становились трамплином к вершинам мирового спорта. Подготовка к играм идет полным ходом. Будет проведен ремонт всех крупных спортивных объектов в городе Якутске, мест проживания и досуга участников. При поддержке федерального центра планируем строительство двух многофункциональных спортивных залов. Гости познакомятся с уникальной культурой нашей многонациональной республики. Будет представлена обширная культурная программа. Якутия проведет 8-е летние международные спортивные игры «Дети Азии» достойно на самом высоком уровне. Праздник спорта и дружбы подарит всем участникам и гостям яркие незабываемые впечатления о древней земле Улан-Хо, наделит каждого светлой энергией и теплом души якутян.